Всем привет! С вами Александр! Привет, друзья! С вами Александр. Сегодня мы познакомимся с нашей легендарной классической аккумуляторной дрелью шуруповертов Makita DDF-453. Узнаем все характеристики и протестируем его в работе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и мы начинаем! Инструмент работает от стандартного 18-вольтового литий-ионного аккумулятора платформы LXT, который подойдет более чем для 380 аккумуляторных инструментов Makita. DDF-453 оснащен щеточным двигателем. Тип патрона быстрозажимной. Частота холостого хода на первой скорости от 0 до 400 оборотов в минуту, на второй скорости от 0 до 1300 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент. Твердая затяжка 42 ньютона на метр, мягкая 27. Инструмент предназначен для сверления отверстий в различных материалах и работе по закручиванию крепежных элементов. Данная дрель-шуруповерт – универсальный помощник при отделочных работах и монтаже. Дрель-шуруповерт DDF-453 поставляется в различных комплектациях. RFE – дрель-шуруповерт, фирменный кейс, быстрое зарядное устройство, 2 3-амперные батареи и двусторонняя бита. SYE – дрель-шуруповерт, фирменный кейс, зарядное устройство и 2 1,5-амперные батареи, также двухсторонняя бита. SYX4 и SYX5 – дрели-шуруповерты поставляются в картонных коробках с зарядным устройством, двухсторонней битой, двумя либо одной 1,5-амперной батареей. Важная особенность – если у вас уже есть полная комплектация с аккумуляторами и зарядными устройствами, то вы можете существенно сэкономить на их приобретении в дальнейшем, потому что наши аккумуляторы и зарядные устройства совместимы со всей линейкой 18-вольтового инструмента Makita. В данной модели установлен быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя для быстрой и легкой установки и смены оснастки. Также имеется мягкая муфта регулировки крутящего момента с 16 ступенями, плюс режим сверления, что позволяет нам подобрать оптимальный момент для затяжки и различных видов крепежа и материалов. Электронная регулировка оборотов, которая осуществляется плавным нажатием на курок. Двухскоростной редуктор. Первая скорость от 0 до 400 оборотов в минуту для закручивания крепежа. Вторая скорость от 0 до 1300 оборотов в минуту для эффективного сверления. Максимальный диаметр сверления металла 13 мм, дерева 36. Все шестерни и корпус редуктора металлические для максимальной долговечности инструмента. Данная модель оснащена электрическим тормозом и реверсом для максимальной производительности и повышенной безопасности оператора. Реверсивный переключатель удобно расположен между большим и указательным пальцем и позволяет быстро включить режим реверса. Время заряда 1,5-амперной батареи на стандартном зарядном устройстве – 30 минут. 3-амперной батареи на быстром зарядном устройстве – 22 минуты. Дрель-шуруповерт имеет схему защиты аккумулятора Star Protection от перегрузки, чрезмерной разрядки и перегрева. На аккумуляторах установлен микропроцессор, который во время работы инструмента постоянно отслеживает состояние батареи, анализирует температуру, силу тока и предотвращает полный разряд, который пагубно влияет на состояние аккумулятора. Удобный эргономичный дизайн с прорезиненной рукоятью для максимально комфортной работы. Вес инструмента со стандартной 1,5-амперной батареей составляет всего 1,7 кг. Ну что, теперь предлагаю проверить наш инструмент в деле. Подведем итоги. Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF-453 – это универсальный эргономичный инструмент. Он подойдет как для профессионалов, так и для домашних мастеров. Ознакомиться со всей линейкой инструментов Makita можно на официальном сайте makita.ru. Ссылка в описании. Задавайте вопросы в комментариях и спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.